Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре электрошокер ASA GSJ-3 восьмерки Pro. В комплекте содержится провод для зарядки от сети 220 вольт и сам шокер в удобном чехле для переноски. В этом чехле шокер очень удобно носить на поясе благодаря специальной петле. Корпус шокера выполнен из прочного пластика. На корпусе присутствуют специальные насечки для более удобного хвата. Сбоку расположены кнопки управления, на задней стороне разъем для зарядки, выключатель, он же предохранитель. В шокер встроен яркий светодиодный фонарик. При столь компактных размерах модель обладает внушительным выходным напряжением в 10 миллионов вольт. Она с легкостью пробивает даже зимнюю одежду толщиной до 4 сантиметров. Способна нанести серьезный урон нападающему, вплоть до потери сознания. Самое главное, что на приобретение и ношение подобного оружия не требуется никаких разрешений или лицензий. Напоминаем, что мы не рекомендуем держать шокеры на зарядке более 2 часов, так как это может вывести из строя аккумулятор. Приобрести данную модель вы можете на нашем сайте, ссылка в описании к видео. На этом у меня все. Если вам понравился обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».